Что ты здесь делаешь? Я следил за тобой. Нам надо поговорить, брюнеточка. Меня ждет Гонсало. Я сказал, надо поговорить. Отстань. Ты никуда не пойдешь. Ты с ума сошел? Это же женский туалет. Тебя могут здесь увидеть. Поговорим в другой раз. Мне надоело ждать. Мне нужны деньги. Я выследил тебя, чтобы получить их сегодня же. Иначе Гонсало узнает о письме. Как ты смеешь? Смею, девочка. Смею. Ведь у меня в руках такой козырь. Представь, что будет, когда Гонсало прочтет. Ты негодяй, подонок. Отдай мои деньги. У меня нет наличных. Сойдет и чек. Какой чек? Чековая книжка у тебя с собой? Выпиши мне чек. Мне больно. А мне плевать. Отпусти, а то я не смогу выписать чек. 4 нуля, не меньше. Ладно. Слышишь? Да. Чек на предъявителя. Да. У тебя такая нежная кожа. Что? Хочешь помериться со мной силой? Посмотрим, останусь ли я доволен. Мне нравится эта сумма. Будь паинькой, брюнеточка. И не говори никому. Мне открыть гроб Марии. Нет. Я сама. Thank you.
Где он? Где мой ребенок? Успокойся, Мария. Теперь у тебя появился шанс. Хочешь выпить? Нет, мне ничего не надо. Мне нужен только ты, милый, и больше ничего. Как голова? Прошла? Да. Хорошо. Я поцелую малыша и буду ждать тебя в спальне. Не задерживайся. Мария была права. Что же она теперь будет делать? Кто-то украл ее ребенка. Ужасно. Выпей, и боль пройдет. Хулио, нам не следовало оставлять ее одну. Но она сама сказала, что хочет побыть одна. Мы не могли ослушаться ее. Бедняжка Мария. Алло, полиция? Это Летисия Флорес. Меня сегодня ограбили. Силой заставили подписать чек. Да, запишите номер. Что случилось? От меня никакого толку. Что? Я не могу помочь твоему дедушке вернуть украденное. Ты сделал все, что мог. Не грусти. Сейчас же улыбнись мне. Хорошо. Нет, так не годится. Разве это улыбка? Рамиро, что тебя тревожит? Добрый вечер. Предъявите документы. Можно? Входи. Спасибо. Я должна тебе кое-что сказать. Я хочу быть с тобой. Агустин, ты мне нужен. Что? Давай поженимся. Поженимся как можно скорее. Еще что-нибудь? Нет, Трине, спасибо. Если что-нибудь понадобится, скажи. До завтра. Да. Трини, я хочу задать тебе один вопрос. Пожалуйста, скажи мне правду. Я солгала всего один раз в жизни и горько за это заплатила. Я скажу тебе правду. Ты видела, как я угрожал Летисии пистолетом? Трини, что заставило меня это сделать? Почему я хотел убить свою жену? Мария? Где он? Где мой сын? Говорите, иначе я убью вас. Где мой сын? Фильм озвучен по заказу агентства «Хабар». La puerta que abrió la cruel soledad que en mi corazón clavó su puñal te dejó partir, te dejó volar.
amarga traición que apagó este sol me dejó sin luz. Hoy no puedo ver tu fuerza invisible, se llevó mi fe con la piel.